Жара в Элисте располагала к скоростным действиям не более чем в других городах. Как ни странно, к таким условиям быстрее приспособились гости, а не в желтой форме. Еще в первом тайме создали несколько острых моментов в ворот Алексеева, но вратарь был надежен. А в начале второго Уралан забил совершенно нелогичный гол. Неловкостью самарских защитников воспользовался Данченко. Едва начав с центра поля, крылья быстро долетели до штрафной Уралана и заработали угловой. Папхадзе побежал справляться в гостевую штрафную и в конце концов был завален у лицевой линии Алексеевым. Хусаинов указал на 11 метров, споры ни к чему не привели, и Сафронов аккуратно уложил мяч в угол. 1-1. Крылья продолжали атаковать, но вновь напортачили защитники, зевнувшие рывок в штрафную Лайгоды. Пенальти, и Иванов за 2 минуты до финального свистка принес Уралану 3 очка.